повестку дня был зарегистрирован один вопрос о заявлениях претендентов-кандидаты для регистрации инициативных групп по выдвижению и регистрации кандидатов. Было подано всего 11 заявлений о регистрации инициативных групп, из которых 8 партий и 3 независимых кандидата. Мы рассмотрели все эти заявления и утвердили инициативные группы. Затем последует выдача им удостоверений и подписных листов.